Галерея искусств народов Азии и кофейня Travelers Coffee представляют. Вы смотрите «Кофе Брейк. Другая сторона». Говорят, вся жизнь – борьба. Наверняка для тех, кто борется постоянно, эта фраза приобретает совсем иной смысл. Выпить кофе зашла самая обаятельная стальная леди – Стальвира Рошуш, чемпионка Европы. Привет! Здравствуйте! Одна из самых красивых представительниц вольной борьбы Бурячии и России. Читает книги только по спортивной и психологической подготовке. Тренируется каждый день и по нескольку раз. Именно поэтому за очень короткий срок стала чемпионкой России и Европы. Быстра, как пантера, яростна, как львица, и при этом интеллигентна, как молодая орлица. А ее фамилия имеет венгерские корни. Кофе Брейк. Стальвира Оршуш. Как обычно, в мае Россия в твоем лице доказала Европе, что вы самые сильные. Скажи, каково это ощущать себя чемпионом? Я, наверное, приполняла это радость. И сейчас. Но сейчас меня уже опускает, как бы долго почивать нельзя. Наверное, нужно сразу настраиваться, а то как бы конкуренты не ждут пока. Они также готовятся, и нужно через пару месяцев буквально доказывать, что я готова бороться дальше и выступать, представлять нашу страну на чемпионате мира. Ты не сразу занялась вольной борьбой, верно? Ты сначала другим видом спорта занималась. Была с детства предрасположена к спорту. Как бы у меня было всегда много энергии. Я дома сама занималась гимнастикой. Родителям показывала упражнения. Я была довольно-таки предрасположена к гимнастике больше. И поэтому я занималась ушу. Это тоже как бы как больше гимнастическая координация, все такое. А потом меня пригласили на борьбу, тренер пришел. И потом уже я поняла, что это мое, и я готова до конца работать, тренироваться, до победного прям. А если бы можно было вернуться в прошлое, допустим, ты бы выбрала гимнастику осознанно? Нет, наверное, я сейчас не могу так сказать, потому что сейчас у меня как бы борьба, это, наверное, весь пока что, да, это мое самое, наверное, любимое, и я бы, наверное, сейчас ни за что не променяла бы, нет, я очень ценю и дорожу тем и благодарна то, что вот у меня так в жизни случилось, что я выбрала, как я думаю, правильный путь и по нему как двигаюсь. Я это ценю очень и дорожу тем, что у меня получается. Если к тебе какой-нибудь парень на улице подойдет, скажет, пойдем в кино, возможно такое вообще? Ну нет, конечно. Нет. То есть не знакомишься на улице? Я могу поздороваться, познакомиться, потому что сейчас я уже более узнаваема, кажется, стала. Потому что со мной знакомятся на улице. Ну как, они не то, что знакомятся, они просто хотят пообщаться, пожелать мне успехов. И я как бы к этому спокойно отношусь, потому что люди, они всех свои эмоции. Я как бы, да, но такого, чтобы пойти в кино или куда, нет, конечно, нужно знать границы и что. Или просто пообщаться, поздороваться, пожелать успехов, познакомиться или позвать. Что для тебя в жизни самое сложное, кроме общения с назойливыми журналистами? Пока что у меня нет такого, чтобы было что самое сложное. Пока что все не так сложно. И достижимо. Да, достижимо. Главное, надо верить, мечтать и идти к этому. А с журналистами общаться тоже приятно. Тоже приятные моменты с ними общаться. Ты вначале касаешься кончиками пальцев ковра. Почему ты это делаешь? Это ритуал. Меня уже спрашивали это, да. Это нет, это, скорее всего, как бы для стойки, что ли, как-то для баланса, может быть, как-то вот так, для начала, как-то так. Это, ну, как-то, да, вот, касаюсь ее. Меня уже спрашивали, я как бы непроизвольно так получается. А вообще у тебя есть какой-то, как ты себя настраиваешь перед ответственным каким-то матчем, схваткой? Ну, мы уже, наверное, на таком уровне боремся, что это все с каждым разом все легче и спокойнее происходит. Когда ты готов, когда ты не болен,
тебя ничего не беспокоило, твоя голова как бы свежая, и ты знаешь то, что ты хорошо подготовился, и тогда ты легче настраиваешься. То есть главное уверенность в себе и отсутствие сомнений. Да, уверенность в себе, отсутствие сомнений и знать то, что ты все проделал. И это не зря. Да, и это не зря, и просто тебе нужно реализовать. Ну, конечно, нужно все время, чтобы быть себе уверенным, нужно постоянно учиться, тренироваться, нарабатывать. Если бы тебя позвали в кино, какую роль бы ты хотела сыграть? Наверное, главной героини. Там посмотрим. Давай. Жанры какие. Ну, любые. Такой ужас. Я боюсь ужасы смотреть. Остальные фильмы я все люблю. А если бы позвали сыграть в фильмы ужасов? Тоже бы не пошла бы. Если смотреть с того, что играешь. Ты любишь танцевать? Да. Ты как профессионально это делаешь или сама вот научилась? Просто для души. Врожденное чувство ритма какое-то есть. Я не могу себя оценить. Я думаю, что просто врожденный дан, как бы таких прям танцевальных навыков у меня нет. Как бы все, что от природы имеется, то получается, наверное, как-то так. Что вам сказал глава республики, когда приехал? То, что он сказал, он еще озвучит это. И я думаю, то, что когда у нас будет встреча, он сам может все это скажет, как он настраивал. Ну, он нас настраивал, он нас промотивировал. Я сама по себе такой человек, то, что когда, вот, знаете, когда в меня верят, когда меня поддержат на близкие люди, мне это как бы как дает еще дополнительной энергии, как будто бы меня вдохновляет. Говоря о поддержке, и кто поддержал тебя еще? Меня поддерживает огромное количество. Ну как, для меня это, кажется, что это много людей поддерживает. Меня поддерживает, ну, в первую очередь, конечно, это наш спортивный клуб. Валерий Прибыш Держиев, и он поддерживает не только сейчас, он меня поддерживает на всем протяжении, когда, допустим, мне было тяжело, когда у меня что-то не получалось. Валерий Прибыш и Максим Васильевич, они как взрослее, виднее, они меня многому учат и поддерживают, и следовала их советам. То, что у меня есть медали, это получается то, что это один день я себя показала. Это, ну, два дня теперь по нашим правилам. Реализовала эти два дня. А до этих дней, это, получается, несколько лет была вот эта вся общая подготовка. Я всем-всем безмерно благодарна. И хотела бы вот, наверное, я так и думала, то, что когда я, у меня будет какой-нибудь такой значимый результат, я всех отблагодарю. И всем-всем благодарна людям, болельщикам, любителям борьбы, которые за меня переживают, потому что когда прихожу на тренировки через ХСК, ко мне подходят и говорят: «Стальвира, мы за тебя переживаем, мы болеем, мы в тебя верим». Мне это так приятно, и меня даже вот слова вот простых людей, которые даже просто смотрят и то, что переживают, меня это тоже подбадривает, и меня постоянно, они меня заряжают своими, получается, верой своей, словами своими. Для того, чтобы попасть на Олимпиаду, обязательно надо выиграть Россию, надо выиграть чемпионат, участвовать в чемпионате мира, участвовать в разных лицензионных турнирах, в серьезных турнирах надо участвовать, чтобы быть готовым, чтобы знать своих противников, знать себя. И тренеру тоже надо смотреть, кто же есть, над чем работать. Я думаю, что невозможно, что вот выиграл чемпионат Европы, и все, мы уже готовы к чемпионату мира или к Олимпийским играм. Спортсмены совершенствуются, и наш спортсмен должен совершенствоваться, становиться лучше их. Весь мир, вся Европа видит их, видит, какая наша страна, какие наши девушки, какие наши спортсмены. Я считаю, что это очень важно, очень серьезно. Мы всегда говорили о том, что когда звучит гимн России, это, наверное, и приятно, и торжественно, и очень серьезно. Что для тебя лучший отдых? Что помогает тебе восстановиться? Активный отдых. Ну, какой, например? Я вообще люблю путешествовать. Ну, как путешествие, ну, не так, допустим, сказать, то, что я часто страны посещаю. Нет, я вот даже люблю по нашей республике какие-нибудь такие красивые места проходить, погулять на природе, отдохнуть, посмотреть. Пейзажи мне, ну, очень нравятся. Есть любимое место в республике? Я много где не была, и везде по-своему красиво, и я не могу что-то именно выделить. Мне прям все нравится. Везде хотелось побыть, везде энергетика хорошая, подзарядиться и работать. У тебя есть любимый фильм?
Книга, мультик, что-то такое. Я стараюсь читать книги. Ну, скорее всего, больше я сейчас стараюсь уделять время профессиональным книгам. Где-то я читаю книги восстановления, где-то психологические книги, где-то книги подготовки, медицина в спорте. Если я смотрю фильм, то я стараюсь смотреть какой-то мотивированный фильм. Скажи, если тебе предложили выступить в UFC, ты бы отказалась или согласилась? Я не любитель таких единоборств, прям жестоких, и мне прям тяжело смотреть. Мне тяжело смотреть, а это даже по экрану, а вживую я даже не смотрела бы. Пока что не пошла бы. А вообще ты бы хотела сделать что-то экстремальное такое? Прыгнуть с парашютом, с тарзанкой, может, что-то вот наподобие? Нет, не хотела бы. Это бы я бы хотела бы, наверное, лет 16-15. Сейчас нет. Сейчас я как-то все... как-то более бережно отношусь к своему здоровью, и сейчас я... только все спокойнее, более. Я более спокойно становлюсь. Раньше, да, в возрасте молодежи, кадетом, когда я выступала, я только и успевала на всех аттракционах прокатиться, мне все было интересно, вышки, а сейчас мне страшно от всего от этого. У тебя есть принципиальная соперница какая-то? Вот прям, когда вы встречаетесь, все говорят «дерби». У меня есть соперница. Это японка, девочка, Майя Макаида. Я просто с ней встречалась, я ей проигрывала. И как бы она, вот я сейчас должна разобраться. Если я хочу бороться на хорошем уровне, я должна подвестись к ее борьбе, посмотреть, как, что, смотреть нюансы, где я могу ее выиграть и доработать. Я не скажу, что это прям такая моя основная соперница, но я просто скажу, что я ей проигрывала, и нужно как-то... это изменить. Да, менять и прорабатывать над этим. Тебя можно увидеть на каблуках, в принципе, когда-нибудь? Конечно, можно увидеть на каблуках, если это нужно для, как, для мероприятия, как сказать, подходящий момент, если нужно. Но я больше люблю свободное. Такое все, чтобы было удобно, комфортно и... У тебя есть прозвище какое-нибудь? Нет. Было? не знаю, но может быть как-то... Ну, кто-то как-то говорит, конечно, как-то меня по-своему называют люди, где-то имя мое по-другому называют. Вообще людям с необычными именами прозвища, в принципе, не нужны, я считаю. Да, не нужны. Ты такая быстрая на ковре, что прям я аж глазом не успевал следить. Поэтому короткие вопросы... для тебя не составит никакого труда ответить на них. Итак, начинаем. Лететь или плыть? Плыть. Читать или смотреть? Читать. Одиночество или общество? Одиночество. Математика или литература? Математика. Европа или Азия? Европа. Жара или холод? Жара. Песня или танец? Танец. Мясо или рыба? Рыба. Да или нет? Да. А теперь я говорю слово и определение. Допустим, я говорю «стол это», и ты первое, что приходит на ум, отвечаешь. Я не знаю. Давай попробуем. Давайте. Борьба – это? Ну ладно, давайте, это жизнь будет. Быстро. Борьба – это жизнь. Кошмар – это? Это ужасы. Деньги – это? Это твое заработанное. Совесть – это? Наверное, это... твой спутник, пускай будет. Красота – это? Красота – это... это все вокруг. Скорость – это? Скорость – это твоя наработанная. Дождь – это? Это тоже прекрасно. Жизнь – это? Это здорово, жизнь. Справедливость – это? Это есть хорошо. Я бы хотела вам сказать... спасибо всем тем, кто за меня переживал, верил. Я вам очень благодарна. А хочу всем пожелать, чтобы люди стремились, наверное, к своим, ну, стремились к своей мечте и чтобы всего добивались. Запланированного. Вы смотрели «Кофе Брейк». В гостях была чемпионка России и теперь чемпионка Европы Стальвира Ошуш. А мы увидимся в следующем выпуске. Твоя улица, твой город, твой кофе. Новый эспрессо-бар «Тревел» с кофе на Арбате. Пожалуй, самое атмосферное место Улан-Удэ. Travelers Coffee, улица Ленина, 42, Арбат.